Уважаемые граждане России, дорогие друзья, через несколько мгновений прозвучат куранты, и мы поздравим друг друга с Новым годом. Сейчас в каждом доме праздничное настроение и совершенно особая атмосфера. По традиции, в эти минуты мы провожаем уходящий год. Он был непростым, но завершается для нашей страны благоприятно. И это результат нашей с вами совместной работы. Каким будет наступающий год, тоже зависит от нас самих. Ровно 20 лет назад мы в первый раз встречали Новый год в стране с именем Россия. Именем, прославленным деяниями наших великих предков, которые смогли на протяжении веков собрать огромную и очень сильную державу, сдать великую страну. И наш долг – сохранить ее. Построить передовое государство, где всем нам будет комфортно жить и интересно работать. Да, мы все разные, но именно в этом наша сила, как и в умении слышать, понимать и уважать друг друга. Вместе преодолевать любые трудности и добиваться успеха. Дорогие друзья, Новый год уже совсем рядом. Пора открывать шампанское и загадывать желания. И в эту ночь я желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким. Желаю, чтобы в вашей жизни была любовь, чтобы исполнились все ваши мечты. Верьте в себя, а я верю в каждого из вас. И все у нас получится. Счастья вам! С праздником! С новым 2012 годом! Прекрасное, прекрасное поздравление! Новогоднее поздравление Дмитрия Анатольевича Медведева! Ура! Ура! С Новым годом! С новым счастьем! С Рождеством Христовым! С Рождеством Христовым! С 2012 годом мы вас поздравляем! Много счастья, здоровья, успехов желаем! Предстоящей триумфальной победе! Наш президент вас на выборах президента России, Путина Владимира Владимировича! С назначением на председателя правительства партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева! Дорогие друзья, через несколько мгновений прозвучат куранты, и мы поздравим друг друга с Новым годом. Сейчас в каждом доме праздничное настроение и совершенно особая атмосфера. По традиции, в эти минуты мы провожаем уходящий год. Он был непростым, но завершается для нашей страны благоприятно. И это результат нашей с вами совместной работы. Каким будет наступающий год, тоже зависит от нас самих. Ровно 20 лет назад мы в первый раз встречали Новый год в стране с именем Россия. Прекрасно. Прекрасно. Прославленным деяниями наших великих предков, которые смогли на протяжении веков собрать огромную и очень сильную державу, создать великую страну. И наш долг – сохранить ее. Построить передовое государство, где всем нам будет комфортно жить и интересно работать. Да, мы все разные, но именно в этом наша сила, как и в умении слышать, понимать и уважать друг друга. Вместе преодолевать любые трудности и добиваться успеха. Прекрасно! Важнейшее. Поддерживаем! Дорогие друзья, Новый год уже совсем рядом. Пора открывать шампанское и загадывать желания. Ура! И в эту ночь я желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким. Желаю, чтобы в вашей жизни была любовь, чтобы исполнились все ваши мечты. Верьте в себя. Верим. А я верю в каждого из вас. Прекрасно! Прекрасно! Поздравляем! Все у нас получится. Поздравляем! Поздравляем! Счастья вам! Счастья вам! С праздником! С праздником! С новым 2012 годом! Поздравляем вас! Поздравляем. Ура! Ура! Победа! Победа! Наша Россия! Наш президент! вас наша сила, право и честь! Единая Россия! Поздравляем вас! Давай! Поздравляем вас! Поздравляем вас! С новым наступающим 2012 годом! Желаю счастья, здоровья, успехов! Наша Россия, наш президент! Триумфальная победа на предстоящих президентских выборах Путина Владимира Владимировича! А на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича с триумфальной победой на парламентских выборах Дмитрия Анатольевича Медведева Владимировича Путина партии «Единая Россия» Народный фронт. Уважаемый господин президент России, Верховный командующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас, вашу многоуважаемую супругу Светлану Владимировну, Илью Ильичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Кириллу Путину, Сергея Семеновича Собянина, Патриарха Кирилла, партия «Единая Россия», Крым, наша армия, ФСБ, МВД, Крымчет, прокуратуры. Поздравляем вас и всех героев России и россиян с Новым годом, с прекрасным новогодним поздравлением! Дмитрия Анатольевича Медведева! Звучит гимн России! Ура! Ура! И любимая наша страна, могучая воля, велика слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, всех народов союз вековой, веками данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой, южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, родимая Богом, родная земля. Вся Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой, веками данная мудрость народа. Славься, страна, мы гордимся тобой. Руки простор для мечты и для жизни, грядущие нам открывают года. Удает наша верность отчизне. Так есть и так будет всегда. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов союз вековой, данная мудрость народная. Славься, страна, мы гордимся тобой. Ура! С новым 2012 годом! Уважаемый господин президент России, Верховный командующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас, вашу уважаемую супругу Светлану Владимировну, Илью Медведева, Владимировича Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Кирилла Путина, Сергея Семеновича Собянина, Патриарха Кирилла, партия «Единая Россия», Народный фронт, армия, ФСБ, МВД, Крымчет, прокуратура. Поздравляем вас и всех россиян с Новым годом, с новым счастьем. Желаем вам счастья, здоровья, успехов, Божьего вам благословения. Мы не на ваши великие свершения, подвиги во славу великой процветающей России и всех россиян. Господь Иисус Христос и Божья Мать, святая благодать, также поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым. Много вам счастья, здоровья, успехов, наша Россия. Поздравляю наш предел, наш сил правосудия. В этот прекрасный новогодний праздник мы поздравляем вас с триумфальной победой на президентских выборах Путина Владимира Владимировича, а на парламентских выборах Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, партия «Единая Россия», Народный фронт. Желаем вам счастья, высшими наградами. Министр Медведевский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Виктория Романовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Татьяна, Ольга, Геннадий, Марина. Мы поздравляем вас с Новым годом, много желаем вам счастья, здоровья. Поздравляем вас с высшими наградными орденами «Единая Россия», фестиваля славы и чести России, организаторами которого мы являемся. Являемся с высшими наградными орденами «Единая Россия», «Отечество, долг и честь», «За единство, веру, славу России», с высшими наградными грамотами имени святых князей Дмитрия Донского, Владимира Первокрестителя Святой Руси, маршала Жукова, вам принадлежат все высшие, самый лучший мир газета, фильм «Любимый президент», Медведев, Путин, мировые лидеры, вам принадлежат все высшие мировые горды, на вас равняются все россияне, все деятели культуры, искусства, все россияне дружно и согласно говорят «да», победа. Триумфальной на президентских выборах Путина Владимира Владимировича, а на парламентских выборах Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, партия «Единая Россия», выборы России, партия «Единая Россия», Народный фронт, выборы России самые лучшие в мире. Благодаря Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Владимиру Владимировичу Чурову, партия «Единая Россия», Народный фронт, Сергею Семеновичу. Наша Россия, вся страна, все за выдвижение на пост президента России Путина Владимира Владимировича. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. С Новым годом поздравляем! Много счастья и успехов, и здоровья! Божьего благословения вам желаем! Триумф и победа на века! Победа на века! Где Медведев, Путин? Лучший самый в мире, где Медведев, Путин единогласно «да». Господь Иисус Христос, Святой Пресвятая Богородица, Великой Пресвятающей России, Дмитрий Анатольевич Медведев, Путина, партия «Единая Россия», Народный фронт, на века, патриарх Кирилла на века, патриарх Кирилл прекрасно дал благословение на победу на президентских выборах Путина Владимира Владимировича, а на парламентских выборах Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, партия «Единая Россия». Все мы поддерживаем исторические решения съезда партии «Единая Россия» о выдвижении на пост президента России Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент, давай! С Новым годом! Ура! Победа! Ура! Победа! Наша Россия, наш президент! Вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна, все за выдвижение на пост президента России Путина Владимира Владимировича и на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. С Новым годом мы вас поздравляем! Много счастья и успехов, и здоровья вам желаем! Наша Россия, победа на президентских выборах Путина Владимира Владимировича, а на парламентских выборах триумфальная победа Медведева Дмитрия Анатольевича. Успех, Владимира Владимировича Путина, партии «Единая Россия», Народного фронта. Долгие во благое лето, долгие во благое лето. Слава, ура, победа на века. С Новым годом, с Рождеством вас поздравляем. Ура, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь.